Сегодня в первую очередь необходимо обратить внимание это на сохранение исторической правды о подвиге советского народа, подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Очень много сегодня желающих переписать историю. Мы не должны об этом забывать. Конечно же, надо эту работу начинать сегодня со средних школ. Эта работа должна проводиться и в семьях сегодня наших молодых людей. Ну а уже в высших учебных заведениях это необходимо закреплять и развивать, чтобы уже выпускник высшего учебного заведения, выходя на самостоятельную работу, четко ориентировался сегодня в исторических фактах и был готов принимать самостоятельные решения.